это все? Наши. Картошка скоро вот эти поля все. Там еще картошка. А дальше малина идет. Баня наша. Огурцы уже сорвала, проходите. Мы выращиваем помидоры, огурцы. Сегодня уже урожай собрали. И комнатные, ну я отдала еще. Угу. Комнатные во все уже краснеют. Сергей. Замечательно. А вот там что? Это укроп, уже третий этот посадила. Третий урожай уже за лето. С весны, начиная с апреля. И это. Ну, конечно, хозяйка с утра до вечера, наверное, да? Любите? Не знаю, поле, что-то мне не тяжело. Не тяжело, да? Нет. Вот столько дров нам привезли. Это... Как вы готовите дрова? Я заказываю, еще сын привозит. Сын привозит? Да. А это лиственница, да? А, это лиственница, да. Вот это вот. Лиственницу сейчас заказали. Ну, у нас дровяники полно. Вот, там сарай дровяник. Здесь еще. А хватает на зиму? Да, я мало топлю. Дом теплый, слава богу. А, да? Да. Ларго. Я вот не... Да, вот с этой стороны. На подошвы, да. Это морской леопард, да. И он так должен сушиться, да? Да, его натягивает. Он сушится, а потом снимает, когда надо, подошвы режут. Хорошо. И используют на тормоза. Капусты мало в этом году. Ну, такая она хорошая. Нам хватает. Не так мало, но... Ага. Это завязывается. Здесь уже поснимали часть урожая. Угу. Но уже холодно. Уже редиску, наверное, съели, да? Уже редиску поели. Вот последний урожай вчера сняла. Угу. А укроп уже третий урожай. А дальше мы идем... У меня тут территория, такая зона у нас отдыха, можно сказать. Отдыхаем. Тут поляна жимолости, голубики тут полно. Это все, за, ну, вот здесь у меня огорожено. Когда брала участок, вот это же огорожено было. И приехали геодезисты, они говорят, вам еще надо в лес туда огородить. Там ваша территория заканчивается. Ну, нам хватит этого. Куда уже стул. Здесь специально не это, забор не делай, чтобы мне сразу в лес выходить. Я отсюда сразу в лес. Погулять. Я, короче, была в Овенске, а там же старые дома. Угу. И дом строили один. Ну, я молюсь, Господи, дай мне в этом доме строящемся хорошую квартиру. А потом прибегает ко мне сосед. Надя, там тебе приехал с Магадана строитель. И взял именно твою квартиру, которую тебе сказали. И он будет делать ее на совесть. А я это говорю, ой, спасибо тебе, Господи, что... И он так хорошо мне сделал, потому что на остальные квартиры взяли венских, ну, люд простой, и они не умеют же делать. И как попало сделали, и холодные квартиры получили. А у меня бабушка была, по соседству тоже, она христианка православная. Я говорю, бабушка, я молилась, и вот строитель с Магадан приехал, именно мою квартиру взял. И делает он хорошо, но он профессионально. Она говорит, давай я тоже буду молиться, может, мою возьму. Она тоже молится, а потом приходит, говорит, и вашу взял бабушка. Короче, она самую теплую квартиру получит. А потом я там все продала, сюда переехала и хожу тоже по... Да, ищу, я хочу в доме жить. Говорю, Господи, найди мне самый лучший дом. Вот, Бог мне дал. Дров мало уходит, угля мало, ну теплый, хороший. Родилась в село Верхпорень. И семья у нас большая была, 7 человек. Моих только, несводных. И так, в интернате росла. Потом техникум закончила Ольская, работала всю жизнь в бригаде. Постоянно четверка, тройка бригады были совхоза Паренского. И ездила там по бригадам, по командировкам, там на обработке оленей. Бруцеллез у нас был в этом совхозе. Лечили оленей,
кастрация, там еще, ну, все было. И это где-то я 15 лет проработала, может быть. А есть люди больше работают, 30 лет, 20, 25, там, есть всю жизнь, там 50 и всю жизнь работает в бригаде. И не представлять себя без тундры. А как-то я так отработала, а потом стали, совхоз у нас перешел в Ирбычан. Это там муниципальное хозяйство. И я, сокращение было всех. Только увольнение, а потом принимали. Я уже не пошла в Ирбычан работать. Уволилась. И пошла, поехала в Верхпарень, там отработала в соцзащите. Сколько там? Там лет 5 или 8 прожила, не помню. И в Увенск переехала. А в Увенске уже я стала работать хранителем фондов. Вот 10 лишним лет отработала и переехала сюда, в Магадан. Отчим был бригадир 4-й бригады совхоз Паринская. А мать была чумработницей. И мы приезжали на лето туда, на стоянку. Когда отчим иногда, мужик старости оставался, все лето рыбачили, ставили сети. А когда он с оленями ходил, мы на литовке ходили за оленями, пошли, помогали. Олень все время движется, ему все время надо новый корм. И вот в каждой бригаде пастбища большие выделяют, ну, маршрут свой. И они 2 часа полежали, отдохнули, 2 часа поели, походили, потом опять полежали. И вот постоянное движение такое. Мы-то на километрах, наверное, 10-5, ну, примерно где-то. Когда как? Когда на 3 отойдешь километр, когда на 8, там вот так. Это иногда пешком кочуем. А иногда, когда на тракторе, то на большее расстояние проезжаем. А на себе-то, конечно, далеко не уйдешь. И, ну, я тоже пошла с мужем. Запомнила, что надо. Там, допустим, распадок и речка. Стадо идет, вот здесь покормилось, через речку провели. Там покормилось, опять через речку. Ну, чтоб это, потому что впереди сильные идут быки, а сзади молодняк, важенки там или больные. И чтобы все попоили, все попили нормально, вот так и пасут. Ну, чтобы эффективно использовать пастбище. Сколько оленей было, кстати? Ну, в среднем было 2500, 2500 на каждую бригаду. Ну, это примерно так должно быть на 1 января каждого года. А вообще у нас в совхозе Паринском, ну, это года брать 88-й, 7-й, так вот эти года, то на 1 января всегда оставляли 31 200 голов. Трое детей у меня, двое девочек и один мальчик. Сейчас мальчик рыбачит, а девочка в Устюмчуге выращивает картофель, капусту сюда, все, ну, снабжает обувь, короче. Вот так. А внуки все со мной. Ну вот и я счастлива. Я счастлива, что такая старость не одинокая. Вы работали хранителем фондов в музее, да? Да. Музее Северовенска. Северовенска. Да. А там мне попалась директором была Барынина Катерина Алексеевна. Вот она меня наставила. Я думаю, и шьем, и шьем. Ну, мне не нравилось шить. Она меня как-то так настроила, что надо восстанавливать, надо то. Мне интересно стало. И стало это... Свою культуру, да? Да, командировки отправляла в Верхпарень свой поселок. А там бабушки. И я с бабушками поразговариваю, узнаю, что там было, как. Один раз бабушка мне принесла шкурку гагары. Сняла шкурку и говорит... Раньше шили детские шапки. И мне говорят, я уже старая, ты шей для своей дочки. А я у нее спросила, как она шьется. Она мне все рассказала. Я шила эту шапку из гагары дочки младшей. И так у меня вот эта первая восстановленная работа была. И потом я стала уже шить, выделывать эти шкуры птичьи, рыбьи, лапки гусиные, и что там только не было. С
и пригласили работать в АТОК, ГАУК АТОК, вот наш магаданский. И я там стала работать. До сих пор работаю. Вообще наш отдел занимается выставками. Выставки монтируют, ставят, знакомят, да, с творческими людьми, там, с мастерами. А мне, помимо этого, мне все хотелось восстановить что-то, чтобы оно не ушло. Потому что мало людей, которые... Ну, я вижу этот пробел, что как бы много сувениров таких современных, кукол там и тому подобное. Или вот современные шьют куклы или что-то там неправильно скроено там. Я вижу это. Я хотела, думала, я так сделаю, чтобы оно осталось, как меня мать учила шить. Или что я видела в тундре. То и это. То и буду вас создавать, как мне Екатерина Алексеевна барыня научила. И так вот восстановлена была малая юрта с куклами, палатка меховая и большая юрта меховая. И одежда корякская, как она должна кроиться, шить. Да я это ездила на международный фестиваль в прошлом году. Елена Александровна Бережная, наш начальник, прознала про международный фестиваль «Мир Сибири», там в Шушинском проходит, где Ленин шалаш был. Вот. Короче. И собрала все мои работы, отправила мои работы Наталье Витальевне Бонченко, Матвеева, в общем, человек 10 или 8 в Магаданской области. И вот номинанты 10 человек вот по России выбирает, там 10 или 12, не помню. Их это... С работами они приезжать туда должны. Туда прилетела, и получилось, что и там гран-при выиграла. Мастеровая премия мира называется. Чаша там 5-килограммовая, еще подставка килограмм, наверное, бронзовый. Там она сейчас в Министерстве культуры. Ну и денежный этот приз. Я приехала, я хотела на другое потратить. А сын мне все, давай машину, покупай машину. И поехал он выбирать машину под себя, естественно, Субару это купил. А потом я знала, что она типа гоночный, да, это, тип машин. Да, а я-то не знала. Ну, он купил, и я про себя думаю, ну, придется тогда учиться, ладно. 2 месяца позора, и я, может, экзамены сдам. Пошла, там все молодежь, ну и выучилась так, слава богу, экзамены сдала, села на машину. А потом мне девчонки все говорят, мама, ты когда едешь, там люди оглядываются, улыбаются. И я потом знала, что машина такая продвинутая. Ну и да, и вот в частном секторе она помощник хороший.